В Твери официально стартовали работы по благоустройству Трехсвятской. Это второй этап ремонтных работ. Продлятся работы по благоустройству до 1 сентября 2024 года. За это время планируется привести в порядок участок от бульвара Радищева до улицы Желябова, от бульвара Радищева до улицы Симеоновской, включая перекресток. На работу выделено более 70 миллионов рублей в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Напомним, что первый этап благоустройства Трехсвятской проводился в 2023 году. Он затронул участок от улицы Новоторской до бульвара Радищева, включая перекресток с бульваром.